Привет, Ютуб, с вами Назар, и сегодня я вас буду учить, как строить гарні дома. Конечно, это буду делать в креативе, выживание, это, конечно, я завжди не смогу все сделать, но ладно. Так, для начала, чтобы построить гарний деревянный сначала дом, двухэтажный можно. Берем вот такие доски. Так, еще... Але ті дуби чи дерево. Ага, і беремо оце дерево. Тепер ми для початку строїмо першу форму. Так, 1, 2, 3, 4 ставимо. Один блок цей відставляємо і ставимо здесь на 4. Тепер ми здесь соєдиняємо. Так. Блин. Так, а пол, кстати, у нас будет, ну, досками, например. Можно, в принципе, будь яким, но я возьму сюда доски. Так, еще. Хопа. Блин. Да, извиняйтесь, трохи якось його устроено. Таке було. Просто, ну, пошлось устроить, мне неудобно. Ну, кстати, напишите в комментариях, кому удобнее играть в Minecraft, чи на планшете, чи на компьютере. Мне сейчас на компьютере, где нафиг. Так, теперь мы вот тут ставим вот такие доски. Ну, не доски, я такая беру. Самое обычное, в принципе. Если я не ошибаюсь, конечно. Я думаю, что так будет нормально, так что мы убираем. Да, если оно вот такого, то это не моя, она просто моя, но такой слабый планшет. Дико извиняюсь. Так. И, кстати, напишите в комментариях еще. А кому удобніше играти в Майнкрафт, чи із хрестиком, як оце я зараз іграю, чи пальцем. Ну, там варити і тоді вже буде ламатись. Мені, чесно, як ви бачите, із хрестиком удобніше. Так, все. Стіна у нас готова. Так, тепер все, що нам треба зробити, це було. Таким кольором досок ми робимо. Я надеюсь, кстати, что вы меня чуете, потому что у меня нема микрофона пока. Вообще, прошу вас, пока снимаю видео. Так, ладно, я уже, в принципе, майже доделала. Так, все, пол готовый. Теперь мы... Так, тепер ми кришу дружні зробити от таким кольором, а то буде у вас другий етаж, тому ми беремо ще ступеньки з таким кольором, і обов'язково, звісно, двері, кстати, правда про них забув. Головне такі, то що вони, в принципі, самі гарні, їх, в принципі, мабуть, всі беруть для гарного дому. Так, ладно, це готово. Так, тепер ще нам дружні. Ступеньки можно, в принципе, таким кольором, не без разницы. Так, хопа. Сейчас мы делаем вот так. И снова ставим вот это хопа. Так. Здесь у нас будет уже шкафчик. Хоплю. Так. Здесь мы вот так закрываем. Хопа. Так, и мы уже дорабатываем наши ступеньки. Все, ступеньки на другой этаж готовы. Ну, еще не все. Еще что-то надо заборчика. Так. Ну, конечно, у меня дуже так сильно не будет это помогать, но ну, чуть-чуть хочу как-то поможуть. Так. И вот так. Так, все, и здесь мы дорабатываем. Так. Ё-моё.
Кажіть, правда, ось оце дуже важко підчіпляти, ну, ставити. Значить, треба попробувати попасти. Йомою. Так. Все, готово місто. Хопа, все, готово. Так, ступеньки на другий этаж готові. Тепер ми будемо приступати к цей полу на другому этажі. Да. Так, місто. Ставимо вот так. Так. Ну, в принципі, це понятно, це мало всі роблять, так само і кришу, коли роблять. Ну, коли не хочуть двохтажний стоїти. Так, а тут саме головне, щоб так один блок якийсь убрати, щоб нормально було спускатися. Ось нормально спускатися, далі не треба брати тут блока. І так нормально. Так, я бачу кришу. Так. Хопа, хопа, хопа. Все, готово. Так, тепер ми тут теж, в принципі, такі самі стіни робимо на 4 блока. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, я кажу, так, ставимо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Кстати, якщо набереться 9 тисяч лайків і просмотрів, тоді я покажу, як поставити дуже гарний дом. Як це я його покажу після цього відео, ну, коли я дороблю цей дом. Тоді я його зроблю і навчу вас. Якщо ви нічого не хочете. Цей прикольний дуже дом. Блін. Не розумію, чому таке странне управління моє. Ай. Та блін, ну. Де? Я не розумію, що фігня. Ой. Я хочу, в принципі, да. Так, стоп, тільки як тут, типу, протестати, значить, ми ось здесь вот это ломаем. Ось здесь. Ось тоже ломаем. Здесь ставим вот это блок, все можно выплетать нормально. А, кстати, я чуть не забыл про окна. Ладно, мы их потом сделаем. Так, хоп, стоп. Это не эти доски. Я извиняюсь. Так. Ну, в принципе, строить дома, это даже и легко. Ну, просто на Б может не знать. Мне было просто интересно. Так, я дом построю. Так, стоп. Блин. Так, все, у нас готові стіни, тепер ми знову робимо кришу. Ну, кришу, пожалуй, таким кольором вже. Так. Хопа, 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 хопа. Ага. Так, 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 так. Нічого, все. Так, все готово. Так, тепер ми продовжуємо робити наш дом прекрасний. Так, і вот так. І вот так. Так, так, до криші ми потім приступимо. Тепер ми приступимо до освітлення і окон, звісно. Так, окна ми беремо. Блін, де я? Так, окна беремо, ну, такі тоненькі. Це, наприклад, голубим цвітом таким. Ну, він такий дуже гарний. Він дуже підходить. Так. І от так. Да. Я взагалі, даже коли я тільки узнав про Майнкрафт, коли я його тільки скачав, то я сразу вже... Блін. Я сразу вже міг дуже гарні дома строїти, а сам був у шоці. Я навіть хоч ти не вірити. Ну, це правда. Так,
Я поставлю самую кислоту. И так. Ну то, что мы тоже окна сделали, так оно и будем это так. И вот это мы таким макаром делаем, короче, окна. Ничего важкого нет. Кстати, кто знает Мармука, напишите в комментариях. Скажите, он дуже прикольный ютубер. Так. Так. И вот так. Ну да, необычно. В смысле, что необычно. Так, ну тут, я думаю, можно и не строить тут окна. Теперь мы это убираем. Много тема. Так, теперь мы берем ступеньки. Например, колером. А кстати, давай так. Так, вот сюда. Так, и берем. Так, не-не-не-не, доска. Такой. Теперь мы будем просто по такой крыше. Освещение, это еще окна. Я вам потом позадаю и покажу. Ну, сейчас мы уже такие двухэтажные, думаю, прикольно получилось. Она прикольная. Довольно тупичный. Но в середине он просто краса. Будет. Так, так. Так, 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 так. Кстати, напишите в комментариях. Блин, яка ваша любима ігра, чи Бравл Старс, чи Майнкрафт? Чесно, в мене та ігра Майнкрафт і Бравл Старс любима. А ви? Напишіть в коментарях, дуже інтересно. В принципі, дома строїти це в Майнкрафті легко. Просто треба розуміти, що треба строїти. Та блін. Я не розумію, чому якось само даже строїти. Я не розумію. Та йо-моє, це знову. Напишіть в коментарях, у вас таке саме робиться, чи що? А то я що-то нічого не розумію. Ладно, так, ще. Ось у нас такий дом пока получається. Тепер ми будемо робити освещення. Ну, в принципі, ми беремо не фарби. Це у нас була стара версія, а отакі, ну, я не пам'ятаю, як це називається. Отакі, коротше, штуки. Так, ми здесь нічого так робимо. І отак, і навіть стопчик. Ось це ставимо. Так, блін. Что надо еще попасть? Ага. Ё-моё. У меня капец акция биса. Может, он так готовым. Теперь мы заходим в наш дом. Так. Блин, ну такого. Ладно. Так, тут прямо при двери есть тут. Не вот. Я сказал, не вот здесь. А вот здесь мы ставим вот это. Так что не надо. И здесь пора так. И то самое на двум этажам. Хупля. Хупля. Так, теперь наш дом готов. И теперь мы вас. Фух. Это все выбираем, что мы строили. Теперь мы будем работать внутренний. Дома. Так, мы берем вот это, конечно, наши любимые картины, верстак и кровать. Моя любимая кровать, в принципе, красная. Это не самый любимый цвет. Сам не знаю, чего, но ладно. Так, кровать мы поставим здесь. Верстак здесь. Так, вот это здесь. Так, для чего уж надо полки с книжками.
Ну, я, кстати, уже знаю место для них. Вот здесь, вот. Хопля, хопля, хопля. Так, ага, ну это готово у нас. Тут мы приступаем на картины. Так, одну, блин. Одну картину мы ставим здесь, например, вот такую. А здесь, вот, нет, 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 нет. Вот такая. Так, теперь у нас здесь... Да. Теперь у нас здесь тоже будем. Ну, например, вот такие сундучки. Так, там печки. Дуже багато печек. В сундуках я ничего не буду жить, а в сыне буду тоже жить. Я вам показываю просто, как построить гамоту. Кстати. Нож, начало точно. Ну, вот он там. Так, здесь печень. Здесь. Вон здесь сверху печка. Ну, в принципе, это прикольно. Прикольно, скажу вам. Так, тихо, думаю, надо трохи сюда, может, десь сбоку поставить, но для красоты ж. Должна же быть какая-то красота, чи шо? Что-то такое. Я не знаю. Да. А где? Ну, уже мы обладняли. И у нас кажется совсем. Да ладно, это дуже маленький, но нет. Зараз я еще кое-что построю. Так, блин, это. Так. Вот это мы берем. Например, вот таким ковером. Так. И я знаю, там, как он там, освещение. Так. Не, давай я еще там, на другом этаже, там, до спальни. Так, не буду внизу. Так, где там? Ну, вы поставитесь. Блин, нет. Не. Так, а как там еще ставится? Вот так. Хопля. Хопля. Ох, ну, красота, правда. Так, хотя зараз зробила мені чек, не буде світитись. Так, о, ні. Я так, ніч. О, ніч. Ну, в принципі, нормально. Можна, в принципі, пахати. Ну, ладно, так, ми заберемо майсуки. Тепер ми ще кошти будемо робити. Прикиньте, еще. Так, мы теперь берем, ну, как он там, берем дерево. Сейчас снова все там. Да, взяли. И теперь нам надо, ну, какие-то, давай, в принципе, так, там дальше, ну, не нужно. Так, только мы это будем не тут, то дома тут уже нема места. Она будет теперь мешать просто везде. Вообще, она еще точно. Она будет бегать. Так, мы здесь сюда поставим. Так, и тут из спальни там блоки ставим. Так, листья на два блока. Типа хопа. И типа хопа. Угу. Так, только я думаю, что можно прибавить такое, что там дано. Если тут у него ось. Не, даже вот такая можно. Хоплю. Так. Чё? Ладно. Так, ага. Блин, это ты сгадал, блин. Так. И вот так. Так, ну, так, давай. Ну, в принципе, да, так прикольно, можно и здесь тоже так само не поставить. Так, кстати, у меня само зараз нажилось, я не знаю, даже я. Так, и вот здесь. Все, наш дом готов. Ну да, сюда я так успею выглядываться. Родинчика включу. Ну все, в принципе, прикольный такий домик. Так, заходимо внутрь.
А кстати, сюда можно поставить, ну, ботинки, что-то там такое. Ну, типа, мы в дом заходит. А заценишься. Последний штрих нужен. В принципе, в каждом доме должен быть. Щадоночка. Ага, коврики. Давай оранжевый цвет и желтый цвет. Красный все-таки уже не буду брать. Так, давайте оранжевый вот здесь где-то. Пошел на этаже. Так, я хожу. А здесь не нужно поставить. Так, а на другом желтый, да? Так, и так мы убираем. Так, и вот здесь, и вот здесь. Ну, в принципе, готово. Прикольно, такой домик, как видишь. Если вы хотите, чтобы еще выходила моя такая видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, ставьте колокольчик. А теперь... Пока, але нет. Я вам ще обіцяв це, що якщо буде 9000 лайків і 9000 просмотрів, то тоді я вам покажу, як створити ще гарніший дом. Мені він дуже подобався, але даже два. Да, зараз я вам покажу. Тільки нам треба підождати. Загрузка деяка, ну вибачайте. Так вот уже все. Так, давайте вот этот дом я вам покажу. Он мне дуже понравился сам. Ой, даже, кстати, вхід мене секретный такий, ну, чуть-чуть замаскованный. А вхід оцінний. И, кстати, даже двухэтажный. Да. Я помню, вообще огромное здание строили, но оно было, в принципе, десь 15 этажов. И я его смог построить прям за 2 месяца. Да, необычно. Но я это не смогу показать, потому что у меня часть, ну, Майнкрафт, у меня часть вышла, у меня не стало. Ніяких, у мене нічого не було тоді, наче я тільки що скачав Майнкрафт, у мене нічого не стало, і мірів не було. Даже скіна не було, я вже новий скін зробив. Це мій торпу, я його проходив 5 минут. Так, ладно, так що, хочу їду, що хочу. Спочатку я ще. Так, і тепер ми включаємо. Так, все нормально. Ну, скажите, ось прям краса. Настоящая краса. Попробуйте найти. А де вхід? Не могу, уже нашла. Довольно. Ось наш вхід. Ну, как это клавиша? Да ну, блин. Бачите, замочу включаю, може і в принципі не сказав. Тут така краса, як в стосунках нічого нету. Так, тут книжні полки. Звісно, це, що я вам показував в домі. Тут теж печки, окна, я зелені вибрав, просто мені подобається. Так, тут спальня, тут пістак. Навіщо взагалі можна? Так, тут знову ця штука, і тут кровать. Ну, в принципі, прикольний дом, але це не все. Так. Так, тепер ми знову виходимо. Так, сохраніть і вийти. Ще вийти і сохраніть. Ой. Ня-ня-ня-ня. Давай, поскорей, грузи. Давай. Я уже пришла. 21 минуты 45 секунд.
Да, ладно. Так, сейчас я вам быстро еще покажу вот этот домик. Так, блин, вернусь. Не забывайте 9000 лайков, просмотров и выйдет новое видео. Как построить дуже гарний дом. Я это покажу, я могу такой дом гарний построить, кто я только что показывал. Можу еще и цей дом показать, який зараз тільки він загружується. Очень довго, да, офігенно. Тут можна якось Ладно, давай же поскорейше грузи. О, почала. Общить компьютер, я хвост так само грузи довго. Чи у вас нормально? А вот грузился. Так, поздно. А что мне в руках трезать? Так, сейчас я включу день, знову. Потом зараз ночь. Ненавижу ночь. Ну, все, день, блин, а он так лагает. Так, цей дом не обращает там. Маленький, то я их просто так строю. А вот на этот дом, подивіться, ну хіба то не краса, це настоящая краса просто. Всі мене за... О, бля, тролля, бля, хочемо вже так... Хочера, ніка, хавняцька, хавняцька ходу. Ладно, так, це ми сюди заходимо, блін, вибачте, теж не так лава поставила. Ну, на самку у мене пошла такий фіговий. Так, тут у нас огород, кстати, уже все выросло. Так, здесь у нас, ну, такой домик, здесь у нас спальня, здесь так, есть, но ничего нету, нема. Ну, все, в принципе, можно закрывать, и теперь мы приступаем к другому этажу, ну, так, в принципе, ничего такого нема, там только золото. Ну, прикольно, правда? Тут кончик такой маленький. Так, а, кстати, дверь, мабуть, яку ви вже замітили, ось, оця дверь. Так, ні. Так, я зараз вам покажу, що там. Так, тільки не вибігайте. Ну, тут просто обичні тварини всякі. Які тут застрелили? Ой, чувачка, які тут ніяк не пройти, я в шоці вже. А ця свиня досі, блін, досі хочу вийти. Давайте підштовхнути. Хорошо, что хуй. Так, теперь это у нас... Ё-моё. Короче. Если будет 9000 лайков. 9000 просмотров. Тогда я выпущу новое видео. Как построить, например. Вот это, что я показывала в горе. Дуже прикольно получается сейчас. Так, и может вот такой. Не, ну скажите мне правду, такие гарные. Дурки. Очень гарные. Ладно, на этом я прощаюсь. Не забывайте 9000 лайков, просмотров. Выйдет новое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.